Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение в Скайриме. Итак, идем мы сейчас с вами в сторону добыть, где необходимо было этот рог Юргента. Вроде бы, если я правильно назвал. А вот что-то еще сейчас здесь вот. То ли пещера, ага, логово. Логово, это интересно, предметы. Чуть-чуть у меня есть. Давайте F5. Зайдем, посмотрим, что за логово. Сомневаюсь, что оно доброжелательное, учитывая, что там вьюшки все. Ага, ну там пауки, друзья мои. Отлично. Самое основное, что он достаточно далеко от меня. Падла. Есть. Не люблю я подобные подземелья с такими дюками. Что это было? Бляха. Так, и кто тут у нас? Непонятно. Но явно не доброжелательные граждане. Что, все? Нет, не все. Ух ты, блин. Как-то я так умудрился. Ай, падла. Ладно. Пойдем по-другому. Походу сюда можно, да? Да. Да твою ж мать. Свободен. Фух. Так, тут уже мертвые граждане. Ладно, не будем их трогать. Идем дальше. Мастер-вампир? Да вы шутите.
Твою мать. Оу, это я, конечно, жестко. Бляха, где он? Стрёмно. Оу, holy shit. Твою мать. Мама меня к такому не готовила. Твою. Осталось только для полного счастья заразиться вампиризмом. Ага, аналогично. Свободен шаг. Ух ты, бляха. Как-то хпшечки у меня маловато. Юшечка, лечение, родная. Так. Все равно не до конца понятно, кого я убил и кого мне еще предстоит убить. Я выпью тебя дождь, смертный. Да. Попробуй. Твою мать. Минус. Туда же. Отлично. Все? Или еще какие засранцы хотят табло выхватить? Да, это было, конечно, дерзко так ввалиться в логово вампиров. Но это на нас как раз таки похоже. Опа! Что у нас в тумбочке? 6 золотишко. Что тут больше никаких негодяев не осталось. Так, я смотрю, у них тут пир прям. Пир на весь мир, да? Что там? Там неведомо, что. Пойдемте сюда сходим. Что это было? Твою мать. Лови. Как он мог уйти? Никого нету. Давай лучше ты. Отлично. Ох ты, блин. Это я сильно. Что в сундучке? Ох, нихрена себе, ожерелье с бриллиантом. Штука 200, а? Мне нравится. Такой подход. Так, родной, что у тебя? Все, зашел я, конечно, отлично. О, стрела моя. Охотничий лук не надо.
44 монеточки. Так. Карта, что ты мне скажешь? Куда мне? Меня не было. Меня не занесло вот сюда, да? Давайте вернемся. Есть подозрение, что еще кто-то остался жив. Сейчас мы это устраним. Ай, братан. Может, лучше ты? Или, может быть, лучше я, да? Так, стоять. Воу-воу-воу-воу-воу! Думаю, теперь там никого нет. Нихера себе, он меня прирезал как... Ты как? Твою дивизию, а? А я собирался... подхилиться. Жаль. На ничего. Коль хотел вернуться, вернусь. И точно. Был какой-то звук. А вот теперь мы переключимся на меч. Ага, бол. А может ты лучше? Так, стоять, предметы. Еще из пищи есть. Так, и еще мне бзелья. Братан. На! Скотство. Все? Уже не очень легко тебе закрыться. То-то же. Что-нибудь сварить могу? Ага, ровно ничего. Ну, бывает. Странно, почему я взял тюбик, учитывая то, что я нажал прыгать. Владение Скайрима. Опа, сундук. Путеводная звезда Меридии. Вимерская булава возьму. Новая рука коснулась знака. Слушай, слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Однако. Что-то интересненькое. Но я подумаю. Может быть. Я только выйду с этой полной задницы. Сюда мне? А ну-ка. Вроде да. Ох ты, я, ё-моё, в стену врезался.
а все начиналось всего-то с паукообразных. Со старых добрых наших друзей. А закончилось все мастером-вампиром. Выходим. Так, где мы? Угу, двигаем дальше. Только на лук перейду. Куда мне? Там где-то лагерь охотников, по всей видимости. Так. Ну, конечно. Ого. Топором ты присадил. Свободен. Ой, что-то я промахнулся. Так. Все. Сдулись, парни. Блин, трава, тут, конечно, хрен найдешь труп даже. Ну ничего. И что? Никого здесь нет? Можно мне часочек перекурить? Благодарю. Так, бандюгана убил кто-то. О, дерзко. Я бы, знаете, как сделал? Наверное, отсюда сгонял в Вайтран, а потом вернулся бы туда, потому что мне нужно немножечко перепродаться. Ну, точнее, не перепродаться, а распродать весь свой ненужный хлам. Потому что его там у меня уже достаточно большое количество. Опа. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Да, ну давай. Вот письмо. Не знаю от кого. Но вроде все. Ладно, мне пора. Эй, осторожней! Да, сорян. Что произошло? Добрый господин, не найдешь пары лишних септимов? Так кто тут такой? Жалость-то какая. Я думал, кто-то на бабки хочет выставить. Мы вообще охреневшие. Так, мадемуазель, здравствуйте. Если хоть клинки, шлемы, практически все. Что у тебя есть? Ого, я смотрю, у тебя появилось тут мое почтение, такие пухи. Походу из-за того, что растет и мой уровень. И очень сильно растет у нее и... И все эти, значит, шмотки, которыми она торгует. Это, конечно, хорошо. Так, ладно. Моя очередь. Двемерская булава. Мне, я думаю, она не нужна. Древний лук продать. Меч холода. Не знаю даже. Продать орочью булаву. Ладно, давай нордский меч продам. Стрелы оставлю. Все? Или что-то еще? Если... Ну, походу, все, да? Да. Окей, карта. Выезжаем.
прибыли. Так, друзья мои, предлагаю, наверное, на этом остановиться. А со следующей серии уже пойдем, возможно, внутрь и будем там разбираться. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.